Всем привет! Здорово, чиглы! С вами Транспорт Санкт-Петербурга и Тепловоз ТВ. Сейчас мы находимся на перегоне Царское село. Павловск. И, мы решили тут немножко искупаться. Ножки помочить вот здесь. 27 градусов просто? Да, 30 практически. Солнышко. Да. Вот так вот, мы расположились тут. Вот речка. Максим, который лезет купаться. Я люблю купаться. Вот мы уже, разулись. Офигеть, какая там слизь. Маха. Да, здесь тепло, Максим уже проверил. Ну и начинаем, я загуглил. Ручей называется Гумаларсарский. Вообще, ребят, смотреть тут классно. Да. Ай. Только течение, тапок, резинок нет. В принципе, можно уплыть и башкой вообще больно. Угу. Здесь тина на дне. Ну, она безопасная, я скажу так. Да. Ну, здесь не глубоко, вот просто на ногу и все. Еще посидим тут немножко и пойдем до Павловска. Водичка теплая. В этом ручье, да. Чаще. Если будете рядом, заходите. Вот сейчас я вставлю скриншот из Google карт, где мы находимся. Водичка теплая, пока еще тепло, можете приходить и мочить ноги, в принципе, умыться, плечики помыть. Ну, аккуратно, только здесь тины много. Да. А вот там уже опасно. Да. Вот мы перешли с того берега. Кстати, ребята, это может царско-сельское метро быть, который ученый ищет. Отгадку. Да, на самом деле это просто, наверное, бункер. Блин, тут стекло, а мы голыми ногами идем. Аккуратно, Максим. Блин. Хотел сказать, блин. Здесь где-то вроде бы Максим. О, вот! Это не прикол, я думал, Максим прикалывается. А нет, это, наверное, просто канализация. О, блин, я испугался. Там что-то, возможно, лягушки. А почему лестница тут? Я думаю, это либо канализация, либо бункер был. Царскосельское метро, а вдруг ты? Не знаю. Да нет, тут не будет метро. От бункера, или от канализации. Мы вернулись! Вот здесь пять колец. Как думаете, от чего они? От производителя или означают что-то? Напишите в комментариях. Они могут что-то означать, военные. Да. Возможно. Секрет. Сим решил, полностью искупаться. Чисто! Смотрите, как он загорел, обалдеть. Как я ждал 3 часа автобус на Ижоры. Первый раз поехал. И как мы 2 часа сюда шли. Смотрите, просто как он загорел. Ну что, сейчас купаться? Купайся, давай. Я решила не раздеваться, в джинсах сижу. Решили пройтись, разведать обстановку. Я тут загораю. Да, Максим вот загорает. Целиком полностью. Опа. Железная. Блин, Тина. Решили пройтись, разведать обстановку. Я тут загораю. Да, Максим вот загорает. Целиком полностью. Опа. Вот, все, мы идем тут. Да. Вот такая кабзец. Как у вас, ребята, советуем, кто живет тут поближе. Смотрите, гитара. Кто-то шел и уронил. Или скинул. Она в тени здесь, походу. Она здесь, походу, где-то глубоко было. Ее смыло. И сюда Макс. Офигеть, там воды налилось.
Лодка, я попрыгну. Максим сломал гитару. Вот так вот ломают гитары, учитесь. Что там, есть еще бетон? Да, вот здесь бетон, а дальше камни уже. Ну, здесь вот ручеек, он идет туда. Чисто человеком созданный. Да, искусственный ручеек. Так вот выглядит все. Нереально, у тебя рука просто краснючая. Да? Да. Офигеть, вот это нагорка. Короче, дальше мы включимся, когда что-то будет интересное. Пока. Еще один товарный. С этой гитары сюда смыло. Начался прилив, и гитару сюда смыло. Ее скоро скинет туда, потом она вот здесь застрянет. Короче, я собрался. Вот, начинаю подниматься, а Максим там вот еще собирает. Нужно для съемки это бинокль. Штативчик и квадрокоптер. У меня сейчас его нету, но на следующей съемке с Максимом я, скорее всего, его возьму. Максим там снизу одевается, вон его рюкзак. Короче, включимся, когда все закончим. Кстати, вон электричка. Да, мы, короче, пришли на станцию Павловск, вот оттуда. Это вот. Да, перекрестный съезд. Прям. Довольно редко. Да, довольно редко. Явление. Я для чмухи специально. Да. Спускаемся сейчас по мусору. Идем. И да, сегодня было жарко, мы очень хотим пить. Мы, короче, пойдем попьем. И пойдем обратно, наверное. Ну, короче, мы включимся, когда уже дойдем до магазина. Наконец-то вышли из этого ада. Там вот. Так жарко. Тут сейчас пик, короче. Вот. Людей дофига тепла выделяют. Просто еле залазят. Уже капец. Полный капец. Вот, стоим на платформе Царское село, город Пушкин. Да, побухиваем немножко. Только что проехала электричка, следующая только через 13 минут. Ну, вы увидите такой небольшой обзорчик. Я оставлю ссылку в описании. Я выложила его, ну, за какое-то время до вот этого влога. Короче, прикольно смонтировано. Посмотрите, там ссылочка.